Вместо серых и унылых районов вблизи промышленной зоны – уютные скверы, прогулочные зоны, дружелюбная городская среда. Именно таким видится будущее красноярских городов участникам круглого стола. При этом изменения в качестве жизни горожан должны быть системными, чтобы людям не хотелось уезжать из своего города в поисках лучшей жизни. Мы последние 5 лет реализуем такую программу «Территория Русала». А целью этой программы является повышение качества жизни в городах присутствия компаний. Почему мы это делаем? Ну, потому что в каждом из этих городов находятся наши предприятия, а там работают наши сотрудники. И, соответственно, нам очень важно, чтобы сотрудник нашей компании, выходя после работы с территории предприятия, у него была возможность куда-то пойти, чтобы его дети имели возможность свободное от учебы время заняться какой-то полезной деятельностью. «Русал» предлагает развивать социальную среду в городах на условиях софинансирования при участии краевой власти, муниципалитетов и бизнеса. Со своей стороны, компания ежегодно тратит на эти цели миллионы рублей. За 5 лет действия программы «Русал» реализовал уже более 100 точечных социальных проектов. А сейчас у нее есть уникальное предложение – как превратить промышленный Ачинск в город, комфортный для жизни. Проект поддержали власти города. К реализации приглашены также эксперты-урбанисты из Санкт-Петербурга. Их задача – детально изучить возможности города и предложить свою стратегическую концепцию его развития. То, что мы сейчас представили, это некое общее целевое видение. То есть еще через месяц мы как раз вот планируем приехать вместе вот с экспертами вот по как раз вот коммуникации с людьми и провести вот как бы такие вот общественные обсуждения с тем, чтобы вот исходя из вот этой вот красивой картинки, которую мы нарисовали, люди сами могли бы вот отобрать приоритеты и уже сформировать какие-то такие вот заинтересованные группы и по этим проектам, которые потом могут подключиться город и Русал. Совместные усилия власти и бизнеса по улучшению городской среды вызывают встречное движение со стороны населения, уверены участники круглого стола. В ответ люди тоже включаются в благоустройство своих улиц и домов, проявляют общественную активность. Вашим плюсом, мне кажется, еще и то, что вы привлекли хороших специалистов из Санкт-Петербурга с опытом федеральным. Очень важно иметь специалистов, которые помогают эту стратегию выстраивать. Мы тоже приглашаем людей, советуемся с красноярцами, советуемся с москвичами, питерцами и смотрим опыт за рубежом. Надо обязательно смотреть опыт, который есть в нашей стране, ну и вообще в практике управления городским хозяйством. По словам представителей «Русала», комплексная стратегия развития городов стартовала в Ачинске. Если пилотный проект окажется удачным, программа найдет развитие и в других городах присутствия компании. Алина Мельчакова, Эдуард Баглай, Афонтово, новости.